И снова здравствуйте, мои юные друзья! Рада вас приветствовать в нашем Доме Знаний. Вебинар по чтению проведу я, Альбина Ахметбековна. Вы уже посмотрели видеоурок, посвященный творчеству Киру Булычеву. Ну, а если говорить конкретнее, то его произведению «Путешествие Алисы». Ребята, Кир Булычев и его мир фантастики. Кир Булычев – это псевдоним Игоря Всеволодовича Можейко. Если Игорь Всеволодович Можейко известен как доктор исторических наук, как сотрудник Академического института востоковедения, если Можейко известен как автор научных статей, то Кира Булычева примерно с середины 60-х годов уже знают миллионы любителей фантастики. Огромный и многообразный опыт работы Можейко-востоковеда не раз помогал Булычеву писателю. Надеюсь, друзья, вы понимаете, что речь идет об одном и том же человеке. Львиную долю известности Киру Булычеву принесли три произведения. О девочке из будущего Алисе Селезневой, о космическом медике Павлыше и о славном городе Великий Гусляр. Особенной же популярностью пользовались бесконечные милые приключения девочки-непоседы Алисы. Друзья, жанр – фантастическая сказочная повесть. Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, новые приключения Алисы из 21 века. Я надеюсь, вы понимаете, что это произведение писалось в 20 веке. Поэтому наш 21 век для читателей того времени и для самого писателя был далеким будущим, а может быть и недалеким. Если говорить, друзья, о главных героях повести «Путешествие Алисы», сама Алиса Селезнева. Она закончила второй класс, умная и добрая девочка, решительная и сообразительная, никогда не отступает и всегда находит выход из любой ситуации. Причем эта девочка живет в будущем, в 21 веке. Профессор Селезнев, папа Алисы, просто биолог, а может и не просто биолог. Ведь его больше всего интересует некая иная жизнь. Ребята, ее папа, профессор Селезнев, изучает и собирает животных на Земле и в космосе. А мама-архитектор строит здания на других планетах. Отец обещал Алисе, когда она перейдет в третий класс, взять ее в космическую экспедицию. Они полетят на Пегасе собирать редких животных для московского зоопарка. Это некоторые выдержки из произведения, друзья. Зеленый – механик, большой пессимист. Ну, например, да уж, обыкновенные растения, проворчал Зеленый. Гоняются за водой по коридорам, кидаются на людей. Или вот еще персонаж – Геннадий. Капитан, решительный и в то же время мягкий и добрый. «Надо срочно обыскать корабль», – приказал Полосков. «Возьмите бластеры. Может, из головастов вылупились драконы». Захватывающий сюжет, верно, друзья? Ну, вы знаете, что в произведении «Путешествие Алисы» встречается и весельчак, самый толстый пират на свете, внешне безобидный, но коварный и жестокий, крыс, самый жестокий пират-насекомое, первый капитан Всеволод, второй капитан Марсианин, доктор и директор музея, птица-говорун, умная, но не всегда говорит все, что нужно. Друзья, итак, Алиса вместе с папой отправляется на корабле «Пегас» на поиски редких животных. Наступил долгожданный день. Рано утром Алиса и профессор прилетели в автолете на космодром. «Пегас» готовился к старту. Корабль космический. Итак, «Пегас» посещает планету капитанов. Но доктор Верховец ведет себя странно и загадочно. Ребята, давайте еще поговорим о «Пегасе». Это небольшой корабль. И его командир – известный космонавт и друг Алисы Геннадий Полосков. Механик – Зеленый. Ну, а остальные члены экипажа – это роботы.
Ребята, путешественники находят последнего говоруна, за которым идет настоящая охота. Говорун направляет путешественников в систему Медузы, но по пути они спасают роботов. Ну и, конечно, куда же деваться в путешествиях Алисы без тех самых загадочных растений. Ребята, первые обитатели других планет уже начали размещаться в трюмах Пегаса. Корабль уверенно держал курс на Палапутру, где находился рынок зверей. Но это уже новая история. Так удерживал внимание своих читателей, зрителей Кир Булычев, говоря о том, что это уже новая история, и эта новая история обязательно будет написана, друзья. В мире столько тайн и загадок, столько чудесного и прекрасного, что человек, ну, должен забыть о войнах, о равнодушии, может быть, даже и о деньгах, чтобы стать частью этой прекрасной и совершенной вселенной. Друзья, это... Сказка, повесть учит честности и доброте, учит быть смелым, находчивым, отзывчивым, учит помогать другим людям и животным, любить природу. Ну и немаловажное значение, а может быть даже и очень важное значение, отводится дружбе и верности. Ведь взаимовыручка – это та черта характера, которая красной линией проходит через все произведения Кира Булычева. В будущем человечество забудет, что такое войны. Это была мечта писателя. Ребята, как вы видите, это произведение, оно переиздавалось, в разных выпусках были разные иллюстрации, но, в принципе, образ девочки Алисы, он сохранялся, и все художники изображали эту девочку широко распахнутыми глазами, открытую миру и очень отзывчивую, добрую девочку. Это замечательная, очень интересная повесть про девочку Алису. Мне эта девочка нравится не только потому, что она умная, красивая, обаятельная, душевная. Мне нравится еще и решительность. Дело в том, что ведь Алиса находит выход в любой ситуации и никогда не унывает. Да и потом. Люди, дети, которые верят в чудеса, они какие-то особенные, друзья. И эти чудеса, как ни странно, все-таки случаются. Ну и проявляются в разной форме. Ребята, в этой повести есть и экзотические животные, есть и детективная тайна, есть космические пираты, верная дружба. Повесть держит читателя в напряжении с первой до последних минут. Друзья, с именем Кира Булычева у многих сразу же ассоциируются фантастические детские книги. Ну и, конечно, мультфильмы про Алису Селезневу. Ребята, серия книг об Алисе Селезневой писалась на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1965 года. В 2003 году была написана последняя книга о знаменитой и всеми любимой Алисе Селезневой. Ребята, фактически нет четкого порядка чтения книг цикла про Алису Селезневу. Но, тем не менее, литературоведы предлагают читать книги по возрасту Алисы, по мере выхода того или иного произведения, той или иной части. Ну вот, например, в 65-м году «Девочка, с которой ничего не случится», через 3 года «Ржавый фельдмаршал», далее «День рождения Алисы», книга 4 «Путешествие Алисы», книга 5 «Гости из будущего». Друзья, «Гости из будущего» – это отдельная история, которая, наверное, требует особого освещения. Почему? Ну, потому что в романе Кира Булычева «Гости из будущего» вы прочитаете о том, как злобные космические пираты, прилетевшие на Землю с далекой планеты, попытались завладеть чудесным изобретением – мелофоном. И о том, что произошло дальше, когда Алиса Селезнева и ее друзья стали на пути бандитов-инопланетян. По мотивам этого романа был снят знаменитый сериал. Друзья, книга эта выходила еще и по другим названиям «100 лет тому вперед». Ну и «Алиса в прошлом». Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, «Гости из будущего», девочка Алиса Селезнева. Улыбчивая, открытая миру. «Гости из будущего» – фильм. Он был снят по книге Кира Булычева «100 лет тому вперед». Но знаменитый фантаст написал сценарий вместе с режиссером Павлом Арсеновым. И получился у них культовый детский сериал. Что значит культовый?
Его просматривали вновь и вновь, ждали летних каникул для того, чтобы наконец увидеть очередной выпуск этого сериала. В 1985 году, когда фильм вышел на экраны, студию имени Горького поклонники просто завалили письмами. Вот посмотрите, ну это, как вы понимаете, коробка для DVD-диска. Все серии «Гости из будущего», и вот они, пираты. Ребята, ну и при поддержке Союзмультфильма, главной героини искали девочку среди сотен пионерок, которые приходили на пробы и мечтали о роли в кино. А нашли среди скромниц, поклонниц, писателя Кира Булычева. Эта девочка зачитывалась произведениями фантаста и совсем не думала о кино. Дело в том, что Наталья Гусева, так зовут актрису эту, пришла на студию с подругой. Она шла больше за автографом любимого автора, чем за ролью, но получила и то, и другое. Когда режиссер попросил девочку назвать год рождения, она от растерянности сказала, что родилась в 1872 году, то есть веком ранее. Но вся интрига этого фильма, друзья, закручивается вокруг мелофона, прибора для чтения мыслей. Но, друзья, это уже совсем другая история, как любил писать Кир Булычев. А я вам советую. Вот это многоточие, я вернусь, друзья, к слайду, в котором идет перечисление произведений Кира Булычева. Обратите внимание, многоточие, книга пятая. Я вам советую посмотреть и записать подборку произведений Кира Булычева. Как же развивались события дальше? Какие произведения, приключения с Алисой Селезневой описаны в произведениях Кира Булычева? Уверена, ребята, что вам они очень понравятся. И, кстати, посмотрите этот фильм «Гости из будущего», в котором девочка, которая пришла просто за автографом, стала главной героиней. И сыграла эту роль так, что много очень поклонников засыпали киностудию письмами. Друзья, я прощаюсь с вами. До новых встреч!